Человек-рыба. Доктор. Где один? Точно что-то из-за ДБ. Данжен Бастер. Команда Облако 9. Сней король. А Марсовый купитель. Клитуха-братуха. Селюк. Доливающий. Команда Соловьи. Ну вот они, ребят. Соловьи против Облака 9. Дойка быков у Малрина. А, только заметил. Мне же надо, наверное, пролив сделать. Инстаответ. ТБ. Не сказать, что хорошо работает. Интересный инстаответ, реально. Ну, видимо, они им пофигу было. Не, ну типа есть фишка, что ты делаешь первый скилл на бруду, и она сама себя кусает и мисует. Ого. Ого. Ого! Да. Но, блин, отпушивать линии нет. Ну, есть такое. Ну, вообще, мне нравится, когда Мэрдфакер берет бруду, потому что я каждый раз вспоминаю его цитату, что... На бруде только не самые умные люди играют. Не на бруде, а на самонерах играют, типа... Ну, это цитата, что-то из разряда «люди с IQ 20», вот, типа того. И вот... Ну, 20, не 12. И вот, а Мэрдфакер сам выкатывается на бруде. Ну, вообще, драфт опасный, да. Драфт опасный. Мне, честно сказать, не очень нравится клоудов. Что-то мне сверху тоже не особо понравилось. Вот, отправлять. Потому что, вообще-то говоря, шторм очень сложно. О-о-о. Пауза. Пауза. Пауза, да. Да, это классическая пауза, она сбивает темп. Так там в чате написали, они ливнули, на ФБшку залили и вернулись делать ФБшку. И все. Бизнес-пауза. Грамотно. Тройки? Да, чтобы разгонять ульт. Это сейчас база. И тут проблем. Грамотно. Крита, так Крита должен умереть здесь, да, он погибает. Не, ну он бы ушел на топ, и все было бы. Он всю жизнь заканчивался на определенном количестве таргетов, а сейчас не заканчивает. Да. Ну, хорошая. Ой, какая стрела! У него есть кинг. Это ДМ погибает, да, нет, да, но стрела классная, конечно. Да. Малрин пришел, Малрин. А тут уже, уже справились. Не, ну Малрин... И уже на ней слетит хуя. Он хотел под контроль. А там фрю. О, а там фишман. Фишман. А у него мана нет. Все бьет его, да. Мана, да, мана нет. Пошел. Спасибо. Нет маны. Ну ты не нюхать, да. Блять. Это вторая палка, да? То есть прям очень сильный скилл. Или даже больше, чем Амара. Ой, Амар погибает здесь. Нормально. Приноглел, да. Ну, слушай, много Фурион урона. Ну, он прилетел, дал спруты, хуяк. Так понятно, так у Фуриона... Еще ульту запустил. Дурной герой, у него 100 урона. А, это... вот куда. Вот так, вот еще ультимейтик здесь. Не, ультимейт Фуриона, я просто тестил это. Ну, я посмотрел, потом пошел потестить, и я понял, что этот скилл абсолютно дурной из-за того, что у него не заканчивается количество таргетов, ты его запускаешь через низ, например, если тебе надо, чтобы вверх влетело, и вверх фулл дэмэдж влетает всегда. Там они же сделали чуть меньше, по-моему, инишал дэмэдж. Да, чуть-чуть. Да, но сам факт, что он всегда влетает. Так ты зачастую, да, если ты еще у врага где-то в лесу варды поставил, он всегда где-то заканчивался, не долетал. Да, просто. А сейчас ты ставишь, ты еще и фармишь как бы стаки по чуть-чуть. То есть, ну, люди ставят, например, на эншентов, и ульт по КД кидают, а там эншенты по чуть-чуть умирают, потом приходят их люди до фарма, ой, стрела не попадает, да. Здесь не попал, но Малрин на месте, идем. Заканчивается здесь ДМ. Ну, очень активно играет Малрин, да. Это тут, и вот они, Рубик Бэйн. Они такие, ну чё, го хуярить. Бэйн Фурион, конечно, бать связка вот именно сейчас. Бэйн любого находится, липит, ульт Фуриона, спруты четвёртый. О, Фишман уронил! Фишман, человек-рыба! Ой, на замаке, блядь. Это интернешнл, ребят, это вам не интернешнл. Не, ну Фишман это очень круто сделал, просто не хватило дэма. Ну, стаки отжали, Фишман... Хочешь поболеть за любимую команду и прокачать свой инвентарь на самом главном событии осени? CSGO Run дарит тебе такую возможность. У нас тебя ждет огромное количество режимов и способов круто провести время. Бесконечные бесплатные розыгрыши и бонусы, с которыми ты сможешь прокачать свой инвентарь за пару минут. Хватай промокод в закрепленном комментарии и забирай бесплатный скин для хорошего старта. Ждем тебя на CSGO Run. Станчик, продлевай. Кажется, началось. Продлевай. Бацан! Придумай что-нибудь! Ну где помощь, блядь? А у него есть сам. Ты пролил? Я 3-6 поставил. Нормально. Олл-ин? Ошибка. Правильно. Они прибыли. Фишман, шестой!
Телохранитель президента! Закрывай! Блядь, телохранитель! Сука, сбежал! Груда пришла к этим героям. Телохранитель президента. Ну он отошел! Нахуй такой нужен телохранитель? Я на пике сказал, этот ТК будет прыгать с них, и все, и ничего не произойдет. И он прыгает. На кого залил-то? Не, ну Илюха, он по фаворитам долбит обычно. Так, блядь, будут ебать. Ну и вот, ну что эти герои могут? Бежит Бруда. Да блин, ну они плохо играют. Что они могут? Что-то они могут. Они просто никуда не делают. Их ебут и все. И я большой тоже поклонник Бэйна, как да, ты знаешь. Да. Но я его сейчас не беру, потому что я понимаю, что мне невозможно играть в доту на нем. А медовый Бэйн? Да тоже хуйня. Он раньше хотя бы ебал мид. А сейчас ну, да, не ебет. Он же реально сейчас даже мид не ебет. Не, ну это вообще никуда не годится. Нужен медовый виномантик. Кстати, его венги или шраки, 4 бруска на венге лежит. А на венге сам бог велел ПТ-шку взять. Да, какой-то замес. Ну. Сларк успевает откинуть... Где корабль-то, блядь? Ну, а вот он. Зарешал. О, так нормально, корабль катится в бухту. И на самом это деле здесь что-то... минус Китер и Жоу Бруда уже погибает. Хорошо. А плохая, плохая, плохая цель для нападения. А нам не важно, мы пролили бабки. Мы пролили. Нам хорошо. Если ты рано открываешь вышку, он начинает сводить пачки, и он... много за счет этого получает. А здесь этого не произошло, поэтому... Как? Бруду могут взять. Бруду там Глебниром поймали. Здесь, с другой стороны, Бэйн убивают. Тут там должны вроде убить Бруду. Бруду убивают. Ну, нормальный размен. Очень хороший файт. Очень хороший файт для Клаудов. Ну, Вана, вот это плохо, хотя корабль под Ноувана закладывается нормально. Кримсон работает. Все, Фурион здесь точно бессмертный. Надо кого-то гнать, пытаться ловить. Поймали, Малорина. Да дрон! Висячая хуйня. Да сука! Что он выпрыгивает из-под всего. Да ебучие пивас на нем еще, понимаешь? Он просто пусть не получает урона. Да. И все, и он просто упрыгивает. Даже Аегис не отдали. И Кирилл загрузит. Ой-ой-ой. КБ купил. Ты пожми, может успеешь? Ну успел бы, наверное. Сколько урона. Успел бы. Попробовать можно. Мы не узнаем. Симуляция. После матча. Да. Да не, мне кажется, если бы он прям сразу взял, может, успел бы. Да, блядь! Ишман! Человек рыба! Оп! Оп! Ай! Ай! О! Сосать! Бля! Ну, он просто Маурину решил фраг ставить. Ну, фидят, то, да, по карте плохо двигаются. Ну, как плохо, их просто... Фалконы лучше двигаются, короче, скорее так скажем. Ой-ой-ой, надо аккуратнее быть, если могут поймать тайконку, да, на кресте от него. ДК уже бегут, поймали. Ой, форстап работает! А у него делать? Рано щита. Так, откинулся пока волной, а, побежал нормально дальше. Помыл ДК. На кого напали, к Таоми. Таоми. К Таоми ебут. Вот он всю игру. Это первая смерть на Рубике. Насколько он играл сейвово, что против этих героев ни разу не... Ну да, кстати. А может они забились но на бабки? Он нихуя и не делал, на самом деле. Кто больше сдохнет, Фишман или Таоми? Дэмэджа ноль. А сколько Фишман сделал? 8. Да, много смертей. Это 8-я работа. Была вроде от него. Опа, всех пауков Дем убил, зато плюс бабки. Ну, так вот мы и зарабатываем. Смерти Фишмана, они 50 на 50. Какие-то, типа, они нормальные такие, то есть... какие-то... Выход на Ноувана. А БКБ нет. БКБ нет. Ноуван. Ноуван на развороте как... начинает драться. Плюха в него залетела. Скитерон, проток. Тут ТБ. ТБ подходит бодро сюда. У Снейкинга проблемы. Снейкинг погибает. Рыба. Фишмана бьют. Фишман крепкий. Фишман крепкий. Под Кримсоном. Жрет. Фишман держит, блядь. Вот в чем твоя проблема? Ну разочек, ну останься ты сзади. Так, Фурион на базе регенится, он сейчас вернется. Он вернется, Ватсон готов вернется. Драться. Ватсон очень крепкий, Ватсон мало. Надо, макаку надо, макаку надо. Макаку, ну покажите, макаку его бьют. Макаку там пока уходит, макаку бьют. Макака выпрыгивает каким-то образом. Да похуй, как он как-то выжил не по этому образом. Какой-то кайтинг непонятный происходит, бедный Клауда. Блядь, макаку. Ай-яй, ну ван. Да блядь, ну раскайтили, как бомжей. Раскайтили, как бомжей. Демо тоже заберут. Дем, второй раз Кримсон уже начинает. Драка какая-то бесконечная, Фишман появляется уже. Нет, Фишман делает. Его сейчас пауки съедят. Ай, Ватсон. Как ТБ можно убить? Да. Ватсон пытается убежать. Фишман бежит. Фишман еще один килл нужен. К Таоми. Он сбил себе ТП. Ватсон, Глимер дают. Ватсон, где он? Они видят его, Ватсон. Ай, бля. Ну, раскатили, как бомжей нас. Да просто все разные таргеты фокусили. Да, да, они что-то за макаки погнали. На самом деле, у колдов ебанутые шансы были здесь вот бэкнуть. Это полторы минуты. Так в прошлом файте Дем два раза Кримсон успел. Залетели. Сказать. Так. Ой-ой-ой. Под стрелу. Ой-ой-ой, под стрелу. И просто Дема убивают. Два есть. Они, ну, типа, пока враги без арены, можно сейчас попытаться байнус. И принять эту драку. Да, Егис. И принять. О!
Ну, Стас, кажется, жестко. Началось. Жестко. На Фишмана боится пиздеть. Щелбан получит. Отсылка. Да. Свайн. Уже в этой игре, кажется. А у них... Креативный нетворк. Да, сейчас опять напишет ДМ. О, нет. Опять напишет? Ну, не, вряд. Ну, Стас, не надо второй раз. Не пиши. Почему? Ну, это... Грубо. Это гнило. Грубо, грубо. Слушай, мне кажется, что это здорово. Вот, вот этот трэш-ток? Есть... Да, трэш-ток, это интертеймент. Это не, ну, типа, ну, лежачего бить не круто. Угу. Типа, трэш-ток, он до матча, например, ну, потому что пистулей на второй карте получишь, тебе это вспомнят. Так, байбэк. И байбэк. Фурион залетел в бэклайн. Фурион без БКП. Ну, пизда, он залетел так, что это, ну, его нахуй, у него байбэка нет. Байбэка нет, к Таоми пытается убежать отсюда. Ну, рыба хотя бы просто стоит. А, стоп. Рыба стоит. Просто КГ написали. А, реально? Даже не стали. Поэтому рыба и стоял. Так бы уже... Дем? Ну, зачем лежачего-то, ё? Ну да, нет. Трэш-толк, говорю, он прикольный, когда ты на яйцах до матча, например, пиздишь. Ну окей, ладно, нормально. Я буду вас жестко ебать. Ну это нормально. Вот. Да. А когда чел уже валяется. Ну типа, блин, ну не знаю, ну так же вроде не делают. Ну типа, знаешь... Чел уже в нокауте лежит. Ну типа, и ты над ним такой, ну че нахуй, блядь? Еще обоссы его, блин, или чего. Ну, а может Дем наоборот сейчас разозлится? Ну может. Может это его замотивирует? И две карты как в соло. Не чет был? 25-9. Не чет. И ультракилла не было. Это чет. 25-9. А, чет был? Чет. 24, говорят. 24-9? Не чет. Да сука, потому что КГ написали раньше времени. Иди еще раз сдохни на рыбину. Кстати, на рыбину. Всю игру. Всю игру видел, блядь. А тут не мог пойти сдохнуть, КГ написал. Ну ёперный. Ну короче, ладно, сейчас какая-то игра так себе. Вот круто. О, красный пик. А кстати говоря, мы забыли. Блин, а это... Или они забыли. А это на самом деле очень такое. Подожди, ты сказал, никто землю на миди не опускает, а Тимбер. Не, не опускает. Да нет, не опускает. Там еще. Даже мало. Нет, там разница создается со временем. Не, со временем. Мне кажется, да, но Тимбер очень хорошо. Земеля это просто герой мувментов. Он довольно быстро уходит с миди. Он там не будет втыкать в него. Но если вот в такой игре земля не находит плей-офф. Так. Опа. Пролив идет. Пролив. На клоудов. Именно как Лейни, но в суперзоне. А Малорин как ебарь просто. Что делает? Что он делает? Пойдет до конца? Он идет до конца. Запилит. Это слово. Ладно. Но это сильно. Это очень сильно. Это очень сильно. Он что, ветку поставил, чтобы... Да, чтобы больше дэмэджа залетело. Ну, не, ну Малорин. Жест. Вопросик. Вопросик поставил. Какие же они жесткие. Не, ну сильная, это очень сильная игра. Правда, наверное, некоторые вопросы к Новану. Он слишком много хп потерял ради двух этих крипов. Упирается. Угу. Посмотрим. Вот конкретно в этой игре, вот, конкретно в этой игре, я бы через армлет играл. Ой, вторые уровни, гарпик говнодел. Гарпик говнодел. Бля. Да. Пизда. Пизда. Но тут главное, чтобы Фишман фармил. Фишман фармил. Пошел. Ой, в смысле? Пошел. За пук пошел. Ну, такое. Что-то вот... Ой, О, слушай, теперь это мы напукиваем. Да. А ну-ка, давай-ка, сюда, рак. Амар подставу замутил, да. Жесткую. Просто клока с батарейками прям под своего друга закинул. Это, конечно, друг не рад. Да, у Ноувана, конечно, после ФБшки здесь трудности на миде. Придется ему... Ну... Благо, это такой герой, который может довольно рано пойти с толком куда-то на сайт что-то сделать. Yes. Ему даже шестой для этого не нужен, хотя лучше, чтобы был, конечно, шестой. Очень хорошая линия у Марса, конечно, по итогу. Да, здесь убивают к Таоми в очередной раз. Крит пришел, кстати, за гангл. А маны на ТП нет. А у него вообще маны не на что. Смерть. Нет. Ну, он... Вторая граната. Гранаты, да. Ганг. Не уйти. Ну тут не так. Плохо. А что-нибудь в чат? Вот эти ребята, они не этот. Это нормально. Крит тоже писал что-то. Фишман перетянулся. А все, говорит, сюда, Снекин. Нечестный хилуин, я считаю. Да вообще не. Ну да, ее не взять. Даже Фишман не может. Как же ей насрать просто? Не, ну, слушай, ей не совсем насрать. Ну,
И все-таки насрать. И все-таки да. Похуй. И все-таки граната, погоди. А вот опа, пилон. А нет, ошибка. Да, он не камнем пнул. Камнем. Не замедлил. Нормально. Но они вчетвером. Забили ее. Забили Слушай, козу. Главное, главное, что они сделали. Забили козу. Да. Смотри, Вячик, очень важно. Я тебе рассказываю. Давай. Человеку неопытному в профессиональные вот эти вот. Показывать яйца важно. Яйца показать. Вчетвером, не вчетвером, яйца показаны были сейчас. Думаешь, размен времени, маны, это все не... Яйца, яйца. Понял, яйца, яйца важны. Фишман 1-1. А 2-1? У Фишмана 2 кила, между прочим. Ну, кто пиздел? Его герой. Хорош. Dungeon Master, беги! Да, ну, Dungeon Master, все. А на Интернешнале очень больше эмоциональных фраг, эмоциональные действия. Зал ликует. Ну да, зал заорал. Там, типа, вы довольны, чел немного попущенный, потому что его убили. Сидит, типа, знаешь, обосранный такой. То есть вот это довольно важно. Это как бы, ну, немного другая игра. Ой, ой-ой-ой, крепко, ой, крепко. Ой-ой-ой, как красиво. Крепко. Но Амарс Факер все равно должен погибнуть, малый, наверное, успеет. Или что? Луну. Еще тычка. Нет, только не крипам. Только не в рот. Ван забирает. Так, тут уже второй. Ванна здесь тоже оставит, скорее всего. Он попробует выбраться, отпихивает. Нет, тут никак. Пила. Со всех сторон. Трипл килл. Маурин. Это синема, ребят. Это синема. Блять, а мы на клоудов опять пролили. Ну, как и большинство дотеров, в жизни он бубочка вообще... Ой-ой-ой. Милейшее создание. Ой-ой-ой, но у Ванчика это реально ой-ой-ой. Но он выживет. Он выживет, да, пока нормально. У него, ну как, нормально. Ну, у скейтера проблемы. Так, а на самом деле там и Малрина подцепили. Ну, добьет его сейчас там друг. Или не добьет? Добьет. Не добьет. А да, это он еще погибает. И Луну, Ватсон, наверное, пришли. Ватсон тут один против всех, а тут уже и Ноуанчик вошел. Вернулся. С ультимейтом. Амар за Факер заулил себя. Ватсон готов этого Амарта добивать. И с Маликом он нахуй. И с Малики вам, сука. И сосать. Критуху. Критух туда же. Туда, раки. Вот так вот, ребят. Вот так вот. А нехуй. А там стиль за смайлик. Там, по-моему, 1300 золота, да, гони. Короче, мне сказали, мне где-то кто-то передал, что девятикласснику не нравится, что я называю его девятиклассником. Ну, охуеть теперь, братан. Кого ебет, что кого не нравится. Поверь мне, тебе еще повезло. У нас тут сосалька играет, а ты всего лишь девятиклассник. Это ты еще поживешь еще подольше, посмотрим, как дальше твоя судьба сложится. Не нравится ему, что, блядь, посмотри. Бубочка. Какая. Он подрывался же. А в итоге он подрывался, пиздец. А потом в один момент он просто сказал, ладно, парни, типа, ну, нормально там, все понятно, там, ничего я особо не ждал. Ну, я пойду попробую, типа, ой-ой-ой-ой. Залетели, хорошо. Попробую, говорит, на серьезничах поиграть. До сих пор я в ни в одной команде не видел, ни вообще нигде. Как будто бы в КБУ. Ушел на пике. Как будто бы в КБУ и то что-то мы делали, хотя бы где-то играли. Фишман. Как КБУ его сломало просто. О, на развороте. Вот. А это неплохо. Это очень хорошо. А без него они уже драться-то и не особо-то хотят. Они уходят. Нормально. Нет, это хорошо. Двух саппортов разменяли на этого огромного Тимбера. Я удивлен, что он купил Аганим вперед Шрауда. Ну, как бы здесь Шрауд слишком сильный. Ну, поймали. Данжен Мастер. Кинг, арена. Ой-ой-ой, Бладстоун нажать и жить. Нет, не получится. Да блин, ну Дем, на секунду задолбал. Ну не Дем, чувствую. Да. Его вчера, блядь, защищали, блядь. Да сука, ну он много фидит в этой игре. Но он как-то не чувствует Диэнами вообще. Его постоянно где-то убивают. Но так нехорошо, так совершенно. Опа. Еще поймали. Так, ну Фишман, как там, помощь? Ну это такая. Ну помогают, конечно. Помощь лучше средняя. Лучше не помогать. Малрин нажал реактивный армор, поэтому он там бессмертный практически стоит. Чуть-чуть. Мне кажется, что просто все равно Мираны, Луны как будто бы не хватит этой. То есть у нее 5000 разница там с ДК. Ой-ой-ой, нет. Ну Ван вошел в них, и Данжен Мастер на месте. Нормально, Крит должен здесь погибать. Крит умирает. И погонь. Продолжайте, Снэкинг пытается улететь. А у ДК БКБ же нету, да? ДК. Ой, Снэкинга тоже ловят. Ну, Снэкинг не уйдет, когда это, конечно, ничего. Весел на Ване. Я правильно увидел? Да, только это первый слот у него был. А, да? Да, он. Прикольно. А сейчас просто игнорит часто. Ну, против НЧ решил купить. Ну, это не только против НЧ, против ДК и против ДК. Это против всех, собственно. Нет, это хорошо. Сейчас просто часто стали игнорить, вообще его не просто думал, что сейчас Нунчик-Станчик словит. Опа! А, ну, да, и он словил Станчик. И ул там, конечно, какой-то кривой, но... Бэм. Ну, на проблемы, да. Плохо, плохо. Ну, он плотненький. Но Луна выходит в туз. Луна выходит в туз, но по варду. Тот вард, на самом деле, пипец много сделал для фалконов. Повижу на трах. На самом деле он стандартный.
Просто почему-то его не прочекали. Ну, вот просто потому, что они туда далеко не выходили. Именно там Dungeon Master мог бы себе синтрю, блядь, купить и поставить. Там постоянно фидел. Вон, да. У него БКБ есть? Не, но он под под Виктором стоит. Тихо. А убить? А захилить? Ну, захил мне, блядь. Это пиздец. Ну, пизда. Сигнатурная Виверна, нахуй. Ну, пиздец. Да. А там было потом БКБшечку нашел. Не, ну это пиздец. Это реально пиздец. Ну его, правда, справедливости ради прям разорвало. Ну разорвало. Не, ну ёб. Захил бы его не спал. Не, ну потом БКБ укатился. Ну нажать надо было. Стоило, попробуй. Как ты же не можешь знать, блядь, помогло бы или нет, наверное. А нехер было ставить. Не попытался. Нет, на облако, да, Ярослав, блядь. Блядь. Заруинил ребятам катку. Полетели. Да ну нет! БКБ, развороте. БКБ нажимает ультимейт и по скитеру отработки. Можно. Блин, ну такое, да, это вейст, это просто минус. Все, луны, чем ему сейчас драться, Фишман еще здесь, скорее всего, погибнет. Он умирает, Dungeon Master стоит в песке, сидит просто. На турнирах не играют. Хорошая позиция у клоудов, но Dungeon Master рядом нет. Dungeon Master, где он? Вон он. Он, блядь, бежит только. Да, блин, ну уже луна без ебала. Луна перетекала! Помогите! Спасают. Нет. Блядь. Пизда, ладно. Не хватило. Проебали. Да. Ну, Сэн Кинг раскастовался. Ну, охуенно. Да, жестко. Спасибо, Сэн Кинг. Ну, что-то не помогает. Раскастовался, блядь. Каспыт. Сейчас сделает. Все умрут. Очко свое, да? Да, пизду, ладно. Заруинил ставку мужикам. Да, блядь. Да дело не в ставке. Дело даже не в ставке. Ну, просто что за игра такая какая-то нелепая? Блять, топ-1 геймплей. Ты молодец, говорит. За что так? Блять, ну по факту, блять. Ну по факту. Он просто любит ебаться, человек. Dungeon Master. Какое-то время. В моменте, кстати, был 1.6 на клоудов. Выход, между прочим. А успеет они убить Рошана? Ну, они выходят, на самом кстати. Деле нет, но Ван закатывается ведь Малорина, человек-рыба проблемы, рыбный. Ну, Фишман впереди, Фишман дает информацию. Байбек есть, байбек есть, делаем, нахал. Педаль, пошла. Обосрался с ультом на земле. Да обосрался с ультом на земле, Малорина бьют, но Малорин-то там бессмертный, считайте, его не убили. Ой, блядь, копье по двоим. Ну, пизда, Виверна просто летает. Ватсон на развороте. Ватсон. Блять, полицейский Бак-па. Разворот, блять. Ай! Вот оно! Ай. Кажется, началось, дорогие друзья. Блять, закончилось. Он, короче, пнул на ДК. Он пнул на земле ДК, и тот, пока летел, он нажал ульт, и ультом не достало до ДК. Это абсурд, конечно. Ну ладно, я не думаю, что это. Ну не зарешало бы, наверное, в этом. Да не, они вообще уже ничего не могут, да. Ну, ДДшечка может что-то как-то и даже... Ну, да. У Марса, конечно, билдак. Да, Линд за Бладстоун. Фишман спрятался. Рыба в сеточке. ДК здесь подходит. Увидели ДД, кстати, говоря, на Луне. Как будто мы немножко хотят на очке переждать от ДД. Опа! Но Фишман говорит, никто не переждет ничего, я вхожу нахуй. Я вошел. Ай, ДД спурджили, блядь. ДД спурджили, блядь, и ультимейт. И застанили, блядь. Луна не может бить, у нее сатаник там, конечно, есть, только как же ей плохо, инча просто развалит. Арена. Так рыба погибает, как Ован погибает, все погибают. А Марс и Факер, ДМ, Dungeon Master. Опа, раскастовочка. Dungeon Master делает это с ними. А кто пиздел? А кто пиздел, а Луна идет дальше, а Критуху, братуху можно брать, Малорина бы... Малорина идет, наверное. Или Крита, или кого? Байбек от Марса. Энча, бэм. Это не ультимейт, это Колден Брейс, убили еще бабку. Блять, он чимана закончился. Малорина, он чирельно мана кончился. Малорина идет вперед, просто говорит, ладно, назад. Ну, потому что байбеки. А, два бая, да. Блин, да. Они сосут 25 тысяч. Оба! О, нет! Пацан, ну нельзя было делать здесь. Нельзя было здесь делать ТП, Dungeon Master. Подники, сука. Блять, и Dungeon оттуда же. Ой, Dungeon Master двоих-троих копает там, но не хватает дэмэджа. Копает жопой. Ну, ёлы-палы. Ну, ёлы-палы, а? Ну, нельзя было ТП делать, надо было бежать. Надо там пешком чуть-чуть пройти, ну. Бля, ну Амар, блядь, спуржил ДД. Гений. Амар вообще. Он очень много сделал. Ну, ладно, на самом деле, что пиздеть-то? Ну просто реально, ну Фалконы просто лучше. Это просто было видно. Facts. Они как бы по всем аспектам. Но это был лучший пик клоудов.